Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Продолжаем играть в Phoenix Point. Все ближе 31 января, все ближе DLC. Не знаю, успеют ли меня до него запинать, успели ли я до него запинать. В любом случае, выход DLC — это конец данной партии, я думаю, будет. Потому что продолжать играть, имея DLC, ну как-то не очень. А DLC подразумевает перезапуск. Телепатический узелок или так-кластер был обнаружен в процессе многочисленных вскрытий, но сперва был принят за опухоль и не изучался. Он является существенной частью процесса, с помощью которого пандоровирус контролирует своих жертв. Этот кластер нейронов, вырабатываемых пандоровирусом, располагается в коре головного мозга. Он может радикально изменить поведение, полностью управлять ощущениями жертвы. Еще важнее то, что у нас есть эмпирические доказательства. Т-кластер может получать и передавать сигналы любого рода на расстояние сродни телепатии. Примечательно, что размер кластера зависит от типа пандорана. Артроны, тритоны и хероны имеют крошечные, почти незаметные узелки, так как у сирены скилл они более выражены. А вопрос, на который единственно нужно ответить, используется ли Т-кластер только для коммуникации между пандоранами, или они получают приказы извне? Конечно, извне. Для нового Ерихона существование телепатического узелка неудивительно. Они всегда рассматривали инфекцию как захватчика человеческой воли. Но это привело к дальнейшему ухудшению в отношениях к последователям Ану. Теперь они считают, что последователи желают не только извратить, но и поработить человечество. Подтверждение того, что пандоранами управляют силой извне, глубоко шокирует жителей Синедриона. Для фракции многоголосой тенденции это означает, что сосуществование не так просто. Существа, зараженные пандоровирусом, должны быть освобождены. Терраформеры считают это наивным. Ведь основная задача – вернуть человечеству полный контроль над Землей, а не идеализировать инопланетных захватчиков. Я за терраформеров. Тем временем последователями было сделано редкое официальное заявление от лица возвышенной. «Узрите, братья и сестры наши, испили из воды жизни сполна и остались свободными. Наш путь ведет не к порабощению, а к освобождению от пороков старой плоти». Идиоты. Ладно, продолжает корабль у нас лететь на отдых. Я подумывал над тем, чтобы перегнать в Евразию мой вот этот кораблик, который вот тут летает у меня. Да. Летает, меняет, барыжит. Это птица, это самолет. Поступили доклады о новом поколении воздушных судов последователей Ану. Как и старые модели, они полуорганические, частично живой организм, частично машина. Ни одна из других фракций не сделала никаких официальных заявлений, но Синедрион и Новый Ерихон начали совершенствовать свои авиационные технологии. Ну-ка. А, Тиамат, ну ёлки. Ну да. Я, по-моему, и так мог строить, нет? Обратное конструирование, ничего нету. Ладно. Чтобы сделать? Ну, Тиамат лечится, отдыхает и все такое. Правда, не знаю, там есть на той базе? Наверное, есть. Я могу пофармить здесь еще на еду вот этой вот дряни, ну, черт его знает. Ладно, давайте пофармим. Так, давайте пофармим. Мне нужна еще одна леталка, я вот подумал над тем, чтобы угнать ее все-таки. Возможно, у этих орлов. Торговать, погнали. С другой стороны, конечно, могу и построить. Мне в Евразии не хватает одной леталки и еще одного отряда. Но как подумаешь о цене и леталке, и отряда, ну что-то мне как-то дурно становится. Так. 680. Что мы тут можем? Ну, мы не можем ничего угнать. К сожалению. Так, вот тут. Нет, тут не ту сторону меняют. Мне в эту сторону не надо. А, вот тут может быть. Да, вот тут, да. Но у них как-то с самолетами не очень. Вообще в Америке тут все в упадок пришло, я смотрю. 80% уже. С криком колыбели разбужен мертвый сон. Лекарства от галлюцинации больше не действуют. Все, что нам остается, это сила воли и надежда, что победа положит конец этим живым кошмарам. Но хоть ничего не произошло. А лекарство все, да? Интересно, о чем это. А что нам. Чем нам это грозит? Все. Наменяли. Так, давай на базу. И. Тиамат.
А все отдохнули, одному немножко долечиться, и можно отправиться. Убьющий лос, ну хорошо. Да стой ты. Что там у нас? А, защищать. А что защищать-то? Ну а где нападающие? А, сила защиты 2. Нападение 28. Я не долечу. Я вот эти не могу попробовать. Могу попытаться долететь. Хотя там 8 человек всего. Ой, 8-6. Давайте попытаемся в конце концов. Не успеваю. Все, Haven destroyed. То есть даже тут не успеваю. О чем можно говорить? Их слишком быстро выбивают. Очень маленькие. О, самолетик. И нас тут не любят. Сбор мутагена исследован. Мы обнаружили, что некоторые образцы ткани сохраняют способность мутировать. Открытие было сделано, когда испытуемому случайно впрыснули зараженный образец. Ошибка была обнаружена слишком поздно, но ученые исследовали результаты и обнаружили, что пандораны имеют ряд клеток, отличающихся от оригинальной инфекции пандоровируса. Эти клетки обладали уникальными свойствами, называемых мутагенами. Это были те же самые клетки, которые последователи Ану используют в своих ритуалах, чтобы преобразиться и приблизиться к возвышенной. Блин, что она там за мутантка эта возвышенная? С тех пор процесс был усовершенствован, что позволило извлечь из существа 70% мутагена в лабораторных условиях. Чтобы сбор оказался успешным, особи должны быть живыми в процессе извлечения. Ну, можно теперь мне добывать вот эту вот ботву. Пандораны, болезнь или панацея? Вы правда думаете, что решение проблемы людей кроется в биологии пандоранов? Заимствование мутагенов у своих же захватчиков. Последователи верят, что люди должны развиваться и мутировать, но разве вы не видите в такой философии глубокую ненависть к людям? Можно ли обвинять человечество в том, что виноваты инопланетные агрессоры? Само предположение совершенно неэтично. Если мы будем уверять себе, что пандораны необходимы для нашего развития, чем мы лучше предателей, верящих в светлое будущее под крылом захватчиков? Не дело нового Ерехона. Да, мы делаем все, чтобы продолжать жить. Возможно, но какой ценой? Кто-то сказал, что сами пандораны – инструмент выживания вида. Они отчасти люди, они живы. Между нами и ими есть биологическая преемственность. Но осталось ли у них что-то человеческое, достойное выживания? Я очень не люблю нас теперь Ерехон, да и пофигу. Так, а что у нас тут? Ну, вообще... Завершите следы, да потом это просто связаться. Да я бы завершил. А где оно? А... Кислотный... О, а вот она внизу. Поднять? Да нет, ну надо всех. Так, ладно. Там я уже вроде отправил, да, на атаку? Поназапинать форт. Нет, не отправил. Не отправил. Или оно уже почти долетело. Эй. Мантикора. Да, Мантикора летит. Тиамат. Место разведки, стоп задания. Станем королем пиратов. Ну давайте отобьем базу у Таска в конце концов. Чё нет? Полетели. На Хадра. Да блин. Где? А, прощай, Австралия. Ну, первым долетит у нас до базы тырит самолет. 86%, я офигеваю. Так, прилетели. Ну что ж, база. Фабрика. Украсть воздушное судно. Мне это надо. Погнали. Так, вы все готовы? Уровень у вас, конечно, тут единички. Но что поделать. Пошел отряд. Так, ну тут против людей, так что я думаю, будет все нормально. Так, ну, возможно, будет все это достаточно просто, потому что, ну, это красивые винты сложены таким ровным квадратом стоит, потому что это Ерехон, блин, с огромными пушками. Я хочу эту пушку. Я надеюсь, он мне ее отдаст. Хотя тут выпадает, ну, не все, что на персонаже было, а
боевых лично. Чем ты вооружен-то? Архангел, тяжелую ракетную установку. Они же на плече есть. Зачем такая? Ну ладно. Тогда не хочу. Так, ладно. Больше ничего не вижу. Тут что-то лежит. Опять обоймы галимые. И тут тоже обоймы галимые, стопудов. В ящиках вообще ни хрена хорошего нету. Уже давно причем. Так. Люксус. Издай свой... Нет, ты не Люксус. Ты Люксус. Издай вопль. Вот так, да. Ну и, наверное, выстрели. Не попал. Ну, ты не снайпер. Тебе простительно. Так, погнали. Наши доблестные... Ты недалеко ходишь-то. Наши доблестные турели. Ладно, давай сюда. Турель надо ставить. Турель наша, все. То, что нас, скорее всего, спасет, это турели. Так, а ты... Адуй за машину. Let's do this. Пожалуй, так дуй. А целиться будешь сюда. Почему сюда? Потому что те не скоро сюда придут. Так. Это у нас второй инч. Инш? Нет. Так. Вот это чтоб турели не накрыли одним взрывом. Ну вот, хорошо, конечно, он спотед. На крыше есть снайпер, ну пусть здесь сидит. Почему я не могу турели швырять? А потому что еще не прокачан. Блин, так... А, слушайте, этот не встал в готовность, это все хорошо. У того сил поменьше, я так понимаю. Так, вот ты. На тебя у нас виды. Да, сюда. Это наш товарищ с дробовиком, который может наделать дел. Слушайте, у нас пока врагов нету. Давай-ка сюда. Врагов-то пока нету. Я могу тут позажигать. Вот к этой штуке я не полезу, потому что они могут прийти и носовать. А вот так-то я могу. Вот так. Красота. Сидим. Выскочу, заряжу из дробовика и убегу опять. Шикарно. Так, ты. Давай сюда. Снайпер должен вдалеке сидеть. Все равно всех видит. Давай. Нет, я хочу вот тому в руку. Мы можем в руку? Давай, я верю. Да, мы можем в руку. Шикарно. И ты можешь отойти сюда за машину. Вот. Это будет прекрасно. Да, все походили. Отлично. И что ты теперь сделаешь с своей ракетной установкой? Ты куда? Останься. Она мне все равно пригодится. Я понимаю, что это аналог плечевой ракетной установки, но почему бы нет? Не надо стекло машине выбивать. Надо у врага стрелять. Ты смелый. Еще один. Ну, я так понял, меня будут тяжики давить. Я все понял. Но они... О, огнеметы! У них, по-моему, радиус маленький огнемет. Так, это обычный побежал. А, снайпер, это плохо. Окружать пошел? Вот это ты зря. Не надо меня стрелять. Не надо. Не надо. Ты жертва, но... То есть я понял, пока мы сейчас разряжу дробовик. Это будет первый удар по вашей психике. Так. Ну? Он что-то заюзал, что ли? Такой пист был. Как будто снайпер юзает тут метки своего выстрела. Вот вас много тут. Третий, конечно. Давайте больше. Чего бы нет. Потоптался за укрытием. Нет, это... О, еще снайпер. И... Как же вас до хрена. Все. Шикарно. Ну, не шикарно, но сойдет. Турелька так сильно отстрелялась на самом деле. Так. А, погнали. Вот этот самый ближний. Да? Да. Ну чего, им займемся.
acquiring target. Урон так себе. Но в руку я не попаду. Давай попробую, ладно. Я ему просто в корпус, по-моему, залепил. Так, ты. Ты можешь турелью на самом деле управлять. Вот этой. А по кому вот это может, по тому может стрелять. Да, ладно. Давай сюда. Давай, ну. Привет, чувак. Так. Мобила есть? А если найду? Ага! Там сиди. Хорошо выступил, молодец. Так. Защитник ВНД. Не, ну так-то бы хорошо, наверное, турель заюзать. Вот эту. А он любую может, и правую, и левую. Так давай правую еще заюзай. А он много раз может заюзать. Вай, как хорошо. Так, по-моему, я его развернул. Юза еще. Эти турели сейчас разнесут. От них же ничего не останется. Шикарно. И сам выстрелил. Ой, вообще красота. Я просто рад. Я просто рад. Так. Давай сюда. Heading out. И ты не можешь турель дистанционно юзать. Хорошо. А тебе это не требуется. Попади. 11. Ай, здорово. Ай, хорошо. Вынесем ему все здоровье. Так, ты кого видишь? Его же? Прекрасно. Ну иди сюда лучше. Чтобы вас обоих не накрыли. Нравится? Так, погнали. Итак. Руки. Отлично. А вот если я еще раз ему так влеплю, ему не то, что руки, он сдохнет. Я просто больше никого не вижу. А я вот так могу. Ай, хорошо. А что, все? Все походили вот так быстро? Ладно. Только я разошелся, только мне понравилось. Ну что? Он из-за ранения в руку ушел с карты? У него что-то со стойкостью, по-моему, проблема. И? Вышел такой, а, чё? Сука, я сейчас за заход троих уделал. Вообще красота. Снайпер бежит. Снайпер плохо. Снайпер надо из дробовика. И жопа конец стал. Молодца. Я понял, ты меня не уважаешь. Ну, сейчас у меня там за углом сидящий товарищ-то к нему с дробовиком наведается. Ему надо брать вот скилл, который после убийства возвращает очки действия. Я думаю, очень хорошо зайдет. Так, тяжелая банда приближается. Вот их не так просто ушатать. Ну, согласен, снайпер, такой, который полностью снайпер. Он любого из них двумя выстрелами сделает, да. Но их бежит ко мне трое или четверо. А это плохо. Тишина, покой. Они нам только снятся. I'm sticking to the plane. Ой, ёлки. Ты серьёзно? Блин, ведь не промахнулся. Короче, надо ноги уносить. Тут хреново. Ну, подожгли меня слабо, но ноги надо уносить.
Хотя бы, может, за этот ящик. А, все, мой ход, да? Нет, ну можно за этот ящик. Но я тогда этих не вижу. Эх, как все плохо. Так, ловите, ребята. Let's try this. Урон 2. Ладно. Так. Либо можно к снайперу убежать. Либо сюда, да. А, ты вокруг убежал, отлично, молодчинка. Молодца. Так, тут. Ну, джойстиком мы уже играть не можем. Давай, авось долетит. 96 урон, так понимаю, по самолету, да? 102, по-моему, тоже по самолету. Так, кто второй? Вот ты, давай. 0 урона. Фига тебе, никакая-то. Ладно. Так. Ты пока подожди. Вот тебя мы. Таргетинг. Не очень. Нога чья-то торчит. Вот ты, да, давай тебе. 0 урона мы не пробиваем. Shot went wide. Окей. Раз не пробиваем, значит, ответный огонь куда-нибудь сюда. I'm on Overwatch. Так, ты. Ну, ты куда-то туда можешь, конечно. У меня правый фланг хреново все. Вот в чем дело-то. Давай куда-нибудь сюда. Если они побегут, ты им что-нибудь сделаешь нехорошее. Как-то так. Так, 4 очка есть. Тут тоже такой нюанс. А вот эти орлы могут на ответном огне стоять. Не, вроде красненьким не светит. Давай сюда, 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 сюда. Пошел. Я надеюсь, все хорошо будет. Опа. Все хорошо. Здравствуйте. О, уже как паника пошла. Ну-ка, вот-то паника. Ну, давай, а, какое место? Прекрасно. Так, вот в этого. Вот так, да? Серьезно, давай сюда. А вот так видит. Давай сюда. Оп. Так, ну, конечно, мы заюзаем быстрое преследование. Последний раз. И давайте смотреть. Блин, а кто из них ближе, а? Погодите секунду. Кто из вас ближе? Ближе тот стоит спиной ко мне в огне, да? Да, это самый ближний. Ну там разница в одну клеточку, ладно, пофигу. Так, тебе. Тебе мы отстрелим руку. Это не очень поможет, это просто перестанет работать огнемет. Можно еще, конечно, сраку выстрелить. А давай. Это не сильно им повредило, ну ладно. А, все, конец хода. Ждем. Ну, может, это погорят немножко в огне, я не знаю. Поварятся. 40 урона все-таки. Так, будет стрелять. Его надо убирать. Он мне не нравится. А, вот смотрите, ответный огонь. По-моему, опять самолет долго. Бедная турель. А он два раза будет стрелять. Я, по-моему, без турели остался. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты протек этот гуманити. О, добей его. Добей. Да ладно, заражение. Он, по-моему, пытался убежать. Привет, я тут. Ready to fight. Тоже стрелять будет. Меня пошли окружать. А вот он может и выстрелить. Нет, он может гранату кинуть. Урод. Урод. Надо уходить. Сейчас с ним снайпер разбирается. Да чё ж у вас так до хрена-то? Ой, там справа еще один. Наблюдение. Не надо бегать. В том секторе.
Ладно, сейчас турели свое веское слово скажут. Ой, много-то как. Так, ты в дом убежал. А если из дома выход ко мне? Ну, не знаю. И пулеметчик. Ну ладно, тоже вариант. Бочку-то взорвать. Так, все. Разбегаемся. Ну как разбегаемся? Сначала разбегаемся вот сюда. Так. Вот так вот разбегаемся. А ты помрешь? Черт тебя знает. В руку. Очень хорошо разбежались. Теперь разбегаемся вот сюда. Вот там, там стоим. Отлично. Это мы сделали. Дальше. Вот тут погорелец есть, которого надо снайпером пощупать. К сожалению, у меня меткая стрельба кончилась. Руку. Пожалуйста. О, я косой пень. Мы все умрем. Я дважды косой пень. Мы дважды все умрем. Так, что видишь? Что видишь? Можно поорать, но мне бегать никуда не надо. Ну и паника у нас тоже как-то особо не грозит, по-моему. Ну хоть ты в голову впади. Понятно, сегодня день косости. Сиди, жди своего часа. Так, игрок в джойстик. Давай. Вот он. Мы пиранью долбим. Ладно, пойдет. Ты кого видишь? Его же и видишь. Давай. Инженеры, блин, вам надо мутировать вас в снайперов и выдавать вам снайперские винтовки. Там в тылу сидите. Толку с вас немного. Особенно тех, которые не умеют турелями управлять. Так, я здесь есть. А, что тут у нас? Тут у нас вполне. Выбежит, вломить и убежать. Мне нравится. Так, есть. Привет, товарищ. Просто вот в эту сторону выхода нет. Let's do this. Оба! Я сижу. А ты смотрящий? А что я могу? А почему мне смотрящего дали? О, хорошо. А я знаю почему, она в свой ход не ходила. Поэтому у меня остались ходы. Все. Так, тебя же что-то заподозрил. А, ничего не заподозрил, он в панике был. Stay sharp. А там выход? Не ожидал. Taking care of this. Ладно, сейчас с тобой разберусь. Ну, можно и так, конечно. Вот этот сейчас со мной разберется. Гнусный огнеметчик. Чего ты поджег меня? Блин, показали. Не, не поджег. Нормально. Живем. Живем. Ты вот опасный застранец. Он и по турельщику жахнул. Надо до него добираться, но у меня там мой товарищ с дробовиком, он один. Ладно. И... Ой, как ты близко-то пошел в атаку. Ты мне не нравишься, чувак. Прощай, турель. Еще кто-то есть? Или вы там респитесь? Респиться не надо. Это плохо. Не надо друг друга лечить, это тоже плохо. Фу такими быть. Так. Так, ты с пираньей. Ты с пираньей, ты в огне. А, ладно. Ну можно, но блин, оттуда.
Хреново все это. Так. Targeting. Тут башка торчит. И кинуть ничего. Можно отсюда, только надо гарантированно того орла снимать. Что он сейчас устроит, посмеяться тут. Ага, два, отлично. Туловище. Неплохо. Эй, без ответного огня, давай, пожалуйста. Я против твоего ответного огня. Он мне не нравится. Так. Вот этого. Я свою ВНДшки свои не выстрелю. Не убью, конечно. Identifying target. Тут мне хотелось бы, конечно. Успокойся, дорогой, успокойся. Я просто так вышел. Я ничего такого не имел в виду. Switch. Так, давай вот так. Своих тут нету в этом секторе, нормально. Так, ты пока погоди. Ты тоже пока погоди. У меня есть вот этот товарищ. Ко мне тут, возможно, захотят сейчас выбежать. Но... Да. Я подбегу ближе. Да настигну вас всех. Паника. Угол. А, отлично, вот так как-то. Далее. Сюда давай. Надо того товарища ушатывать. Попади, а. Есть. Попал. Молодца. Ну что, и сиди тогда. Так, добрый автоматчик. Шаг назад. Вышибала. Докину. Не докину. Ну, 18 это смешно. Давай вот так. И снайпер. Который немножко горит. Которого немножко горит, да. Так. Голова. Здорово. Отлично, голова. Еще здоровее. Так, ну и он, как бы, вот, не может. Все, сиди. Конец вам. Там, по-моему, кто-то умер. И это хорошо. О, о, в лоб зарядил, отлично. Он в атаку идет. Орел. Он не любит турели. Ломи ему ответного огня, да, правильно. Я надеюсь, следующий ход он скапает. Так. А они там решили накопиться, что ли? Ну, копитесь, конечно, я не против. Так. В общем, жопа с правым флангом. В остальном все неплохо. Вот тут вот у нас фигня. О, душевная. Ты мог бы и попасть, между прочим. Да, турель. Понятно. Ответный огонь. Было бы неплохо его уложить. Намекаю. Так, и тяж, пока он жахнет. О, вот это плохо. Ну ладно. Target still active. Сильно вломил, да. Ready to fight. Вот как они в этом своем огне так бегают? В своем огне. Вообще в огне. Живи. Тебя не попали, живи. Ох. Мы все живы. Мы все живы. Прекрасно. Так. Давайте разруливать ситуацию. Так, до тебя докатился огонь, я так понимаю. Давай, еще шаг вперед. Из огня выходит по одному шагу. Так, руку. Нафиг.
Ты можешь полечиться? Не можешь. Постреляться? Нет. Все нормально. Сиди. Убежать тебе тоже некуда. Сиди. Так, у этого паника вот того надо запинать. И все будет хорошо у нас. Так, я буду надеяться, что у меня получится. Так, огонь. Нет, не в этого. Не в того, вот в этого, да. Вот верить мне в это или не верить, смотрите. У него здоровье 2. Он должен сгореть за 10. Я даже сохранюсь, потому что я так уже попадал. Он вот, у него остается 2, у него дамаг на 10, и он не умирает. В свой ход он не умирает. Я не знаю почему. А, не могу, да? Хорошо. Я не то. Так, тебю. Ты вот этого видишь, да? Тоже неплохо. Ну а султан вот здесь. Рюль прям. А насколько ты его хорошо видишь? Тут своих бы не влепить. Давай. Ой, ты ж! Нет, серьезно, я посмотрю. А, да, попадало. Ну, ладно, ладно. А это, по-моему, ответ на огонь, нет? Да. Козлина. Козлино. Давай сюда. Так. Так, снайпер наш. Давай, иди сюда. Мало. Мне вот того. Но я вот того не могу. Поэтому давайте в репу вот этому кидать. В репу же. Да, что не в голд. Попади. Есть. Ага, и хорошо. Больше вируса, богу вируса. Так, сидим. Так, вот. Ну должен умереть-то. Но должен. Так, это вот этот. А там ответный огонь у нас. Давайте сначала сбегаем к нему. А чё, у меня так всё плохо-то? А я уже бегал, что ли, в этом ходу? Совершенно непонятно, давай. Что такое? А враг? А, вот. Reloading. Вот. Moving to position. Moving to position. Targeting. Took one down. Что, во всем паника запала. Так, и в угол. Прекрасно. Вот теперь все гораздо лучше. Теперь можно сделать вот так. И те два в панике сидят. Умер нормально. Нет. Просто у меня были случаи, когда вот такая зараза не умирала. Почему? Не знаю. Ты там долго будешь бегать? Да-да, иди отсюда, паникуй. Сейчас тебя снайпером фигачу. Чувак, ну лечись, ну ёлки. Так, сиди, жди. Типа там огня нету. Так, у нас работает сейчас снайпер. Да блин, я так буду по одному ходу выходить. Давай вторую руку. Блин. Давай хоть куда-нибудь тебе. Еще больше вируса, 16 вируса. Так, караулим. Овервотчинг. У нас еще в домике тут козябра сидит, поэтому надо аккуратно. Вот так еще. I'm on overwatch. А что тебе? Ты сиди. Идем. Выходи под огонь. Я не понял, он чего? Он ломает корабль? Они охренели? Они корабль ломают, чтобы он мне не достался. Офигеть.
Ну, вломил-то хорошо, но у него там чуть осталось. Блин, там одно хп осталось. Отвали-то от меня. Он выстрелил, оказался в панике. Да на тебе! Зараза. Так, погнали. Moving to position. Надо отнимать корабль обратно. Шут, Double time. Double time. Поставил. Вообще там осталось чуть-чуть чихнуть. И все. Голова отключена. Пусть голова отключена. Так, пошел. В атаку, короче. Надо тех двух орлов валить, потому что, ну, корабль нам нужен. Но они там. Они там. Так, секундочку, у меня есть рывок. Да куда я могу рывануть? Ну, игра, что там? А, вот, отсюда. Давай попытаемся. Горит, конечно, но, блин, что-то надо делать. Замечен враг, и это снайпер. Не знаю, дробовик сработает на таком расстоянии. Acquiring target. И ведь выстрелит. 11, а дамага у него 10. И ведь выстрелит. Ну, я от всей души бежал. Так, последняя надежда. Это что? Сейчас я впаду в панику. Паника, отлично. Каким способом мы выживем? Иди, иди, паникуйся на свои 11. Оу, щит. А, он лично побежал. Орел. Сейчас я вас обоих-то и порадую. Так, у тебя 8. Давай. Давай, чувак. Лети. Лети, спасай. Так, еще. Так, гранат у тебя нет, поэтому давай так. Oh, no. Вот это ты хреново попал. Так, ты. Moving now. У меня всего один выстрел. Давайте посмотрим, у кого есть шанс без воли остаться. Очки воли 0. Отлично, валим снайпера. Targeting. Шикарно. Я посмотрю, что выпало просто. Говно выпало. Дерьмище выпало. Так. Ну и даже не знаю, давай сюда подбежим. Очки воли пригодятся. Моя ставка обойма. Обойма. Пипец. Advancing. А что, можем пострелять? Давайте постреляем. По подранку-то. Так, ну вы стоите, вы не участвуете. И ты стой. Или не стой. Не, стой. Одного мы сейчас затравим. Все? Нет, не все. А, конец хода уже. Ну что, паникер? Да стой ты, не убегай. Не бегай от снайпера, умрешь уставшим. Что, у нас 4 есть очка? Есть. Блин, они хотели сломать корабль, я вообще офигеваю. Надо же таким упрям быть. Ну
как-то так. Moving now. Я даже не хочу ничего собирать. Сколько не собирай, ничего хорошего не соберешь. Вот что дадут, то дадут. Пофиг. Берем. Защитить самолет? Окай. А, точно, защитить самолет, они его уничтожают. Ну, просто врагов не осталось, я могу просто жмакать сидеть. Ни хрена там хорошего нет. Завершено. Ну вот у меня есть второй вертолет. Люкса. А, нет, я все смотрю, мне кажется, что это здоровье. Нет, все нормально, все нормально. Всем уровень повышен, живем. Ну и вот сами видите. Today is a sad day. Today we are forced to recognize that the Phoenix Project has strayed so far from its path that it has become our enemy. Today we declare war. May it be a short one. Печальный день. Сегодня печальный день. Сегодня нас заставляют признать, что проект Феникс отклонился от своего пути, тем самым вызвав между нами вражду. Сегодня мы объявляем войну. Пусть она поскорее закончится. You'll be pleased to hear that you've received the blessing of the Shadowed Hierarch. What does that mean? Well, it's hard to say. He's a pretty elusive figure, but I know one thing about him. He doesn't care about dogma or symbolism. In some ways, he's a cynic, but that's why the Exalted keeps him around. Because if he supports something, it's because he thinks it's going to benefit us. Вы будете рады узнать, что сумрачный иерарх дал нам свое благословение. Что это значит? Ну, трудно сказать точно. Он довольно загадочная личность. Но одно я знаю точно. Его не волнует ни догма, ни символизм. В некотором смысле его можно назвать циником. Однако именно поэтому возвышенный не спешит избавляться от него. Если он что-либо поддерживает, значит он считает, что это нам на руку. Oh, I almost forgot. The Hierarch also sends a gift. Accepting it has great symbolic value to our people. It means you've accepted his blessing. Чуть не забыл. Иерарх тоже отправил дар. Его принятие несет огромное символическое значение для наших людей. Это означает, что вы принимаете его благословение. Ну, давай дар. Good. Soon you'll be able to talk to the Synod of Yearning. But be careful. Our little Trinity is not to be trifled with. Хорошо, скоро вы сможете обратиться к Синоду с желанием, но будьте осторожны. С нашей Троицей лучше не шутить. Ну, еда. Ладно, берем. Иерихон теперь война, да вот. И что? Нельзя меняться? Нельзя торговать, вот так вот. Ладно. А, итак, у нас теперь появился еще самолет. Еще самолет, это здорово. Так, исследование. Я подвину исследование. Потому что я боюсь, просто тупо проиграю. Так вот. А, Мантикора. Мантикора идет в свое гнездовье. А теперь там людей не могу брать, да? Инфа. Да нет, ничего, нормально так. Могу. Так, Мантикора. Мантикора, иди на базу. Хотя тут тоже база, ну ладно, иди вниз. Стоять? Стоять. А где мой еще корабль? Где мой вертолет? Гром птица. Гром птица берет человека. Стоять, стоять. Что ж ты все летишь-то куда-то? Собака-то страшная. Где мой Мантикора? Тиамат. Тиамат летит. Гром птица, понятно. А, гром птица берет человека. Где моя человека, которая ничего не умеет? Вот моя человека, которая ничего не умеет. Так. А, гром птица.
Подготовка. Что ты у нас, магия? Что у нас? Тяжелое оружие? Не надо. Вот так тебя. Снаряжение. А ты кто вообще? Ты у нас... Ты священник. Вирусное оружие, контроль разума. Хорошо. Паника, все дела. Угу. Искупитель. Вирусная винтовка, да. Да-да-да. Аптечку. Гранатку. Еще гранатку туда. А брони пока нету. Броню мы, по-моему... Умеем, не умеем. Тебе бы хорошо мутировать, но на десяточку я хрен кого мутирую, потому что мутировать стоит вот тут вот, дофига. Так что извиняй, ты пока на халяву будешь летать. Ну как на халяву, не то что на халяву, но... Так, далее. Раз у нас тут, похоже, люди есть, даже двое людей, полетели. Стоять. Производство? Не, пока производство не будем. О, а нам идет потихоньку, плюс 2. То есть откуда-то капает, не знаю откуда. Прилетел. Молодца. Тиамат летит. Все летят. Сейчас людей подберем и кинем их туда, в бок. В Евразию. Так, сканируем территорию, давайте запустим, чтобы вдруг тут есть чего-то. Хотя я не знаю, вот этими силами я логово пинать сомневаюсь крайне. Не могу, все, война. Угу. Ладно, ладно. Я учту, я на вас посмотрю еще. Хлебушка попросите. Есть люди, где нет, не эти люди. Ну, в принципе, чего? Гром птица улетает. А гром птица летит... Война, да? Что-то туман накрыт, население, дружественность 18. Не знаю. Броненосец, это броневик, нафиг. Броневик не хочу. Че, людей нету? Да не, есть, нормально. Так, гром птица. Давай сюда. Тут есть люди, сейчас нам анушники-то набегут. Шумер, хорошо. Где шумер? Ай-яй. Так. Мантикора. Тиамат. Успеем? Ну, надо спасать. Не успеем ни хрена. Медленный Тиамат, собака. Но я лечу. Я лечу. Я надеюсь. 86 уже нет, но катка будет просрана. Катка. Хе-хе. Миссия. Так, туда. Тиамат, прощай. Ой, Тиамат. Шумер, прощай. Да. Летит за людьми. Прекрасно. Инфа. А чё мне не хватает? Этого хватает. 1100 еды не хватает. Ладно. Может, мне там что-то не хватало? 1100, все 1100. А, ладно, жрём. Ждём. Жрём. Ждём еду. Можно было махнуть что-то на еду. Кстати, о птичках. Вот это обратный обмен такой. А, нет, это я наоборот покупаю. Я понял. процентов. И что за чудище? Шокирующие сообщения приходят из убежищ по всему миру. Люди сходят с ума, ранят себя и своих близких, кричат о небесном короле, чьи заповеди не могут вынести. Тяжело не потерять надежду. Да. Наш оперативник как никогда предан своему делу, но чувство отчаяния, нависшее над миром, берет свое. Ну как-то так. А, ну что ж, господа, на этом мы тогда сохранимся. Я думаю, тут осталось от силы на одну миссию. Ой, на одну миссию, на одну серию. То есть в следующей серии дойдет до 100 и проиграем. Ну, в принципе, это было где-то процентов 70 вот этой шкалы предсказуемо. Что я не успею.
Не надо было долго сидеть в Америке. Я долго в ней просидел, потому что у меня миссии все дали сразу и в Евразии. И я просто одним кораблем, ну не мог я оттуда улететь одним кораблем, потому что шли нападения постоянно. Сейчас я могу по всему миру летать, что-то делать. У меня третий корабль уже есть, но я не успею просто. Просто тупо не успею. А, да, можно было бы их сдерживать, снося пандоранские логово, но я не вижу логов. Их нету. У меня ни одного логова не открыто пандоранского. То есть их нету. Они где-то есть, но я их пока не вижу. Ну, может быть, я тут, когда включу сканирование, я увижу. Но это 1% скинет, 2 там. А, в общем, все кончится проигрышем, и я чувствую, что кончится проигрышем как раз к выходу DLC. Ну, в принципе, тоже вариант, тоже концовка. А на этом все. Что им жмите под видео, ставим лайки, ставим дизлайки, пишем комменты. Все как обычно. Всего хорошего и до новых встреч.